Церемонию провели в здании ОМВД на улице Маяковского. 30-летний Шухрат твердо решил стать гражданином России. Успешно прошел все тесты и в будущем сможет получить гражданство в упрощенном виде. В Тамбовской области у него живут родственники, которые являются гражданами России. Какие эмоции, которые не передать словами, но я бы сказал, что большой груз с плеч упало, то, что получить гражданство Российской Федерации, это для меня честь, и я очень рад. Владельцу сертификата, носителя русского языка, перед получением вида на жительство не нужно оформлять разрешение на временное проживание. И можно подать документы на гражданство сразу. Заявление о приеме владельца документа рассмотрят в течение 3 месяцев с момента подачи.